Данное видео посвящено новому западному проекту Beyond Bush. Проект стартовал относительно недавно, в конце августа, и изначально позиционировал себя исключительно на Западную Европу. Компания Beyond Bush официально зарегистрирована в Великобритании и имеет штаб-квартиру в Люксембурге. Номер регистрации компании в Companies House Великобритании 971-4406. Как видно из реестра, компания была зарегистрирована 3 августа Beyond Bush Ltd. по следующему адресу. В Люксембурге же компания имеет свою штаб-квартиру. Направление деятельности компании является маркетинг в интернете, в частности в социальных сетях. Летом этого года топ-менеджмент компании принял решение выйти на рынок доверительного управления капиталов, для чего и была создана площадка Beyond Bush. В настоящий момент проект Beyond Bush предлагает для своих партнеров-инвесторов 8 инвестиционных пакетов. Каждый из пакетов отличается размером инвестиционной привлекательности в зависимости от порога вхождения в него. Итак, самый низкий – это $20, самый высокий – это $10,000. При этом компания обещает начислять депозитный процент в зависимости от заработка в тот или иной день от 0,5% до 3,5%. Кроме того, на каждый инвестиционный пакет будет применяться коэффициент. На самый низкий инвестиционный пакет коэффициент нулевой, далее 0,5, 10, 15, 20, 30, 40 и 50%. Это в дополнение к депозитному проценту. Кроме того, компания предлагает MLM бинарную систему заработка. То есть, по сути, это реферальная программа, однако дополненная элементами сетевого маркетинга. Как тут говорится, компания предлагает два уровня реферального вознаграждения, а именно 13% от первого уровня и 2% от второго, а также 10% по бинару. Кроме того, компания предусмотрела ряд карьерных вознаграждений в зависимости от привлеченных капиталов. От 10 тысяч до 500 миллионов есть ступеньки вознаграждений, начинаются от ручки и заканчиваются частными апартаментами и самолетами. Можно самостоятельно вникнуть и посмотреть в зависимости от оборотов, которые вы принесете компании через свою MLM-систему. Для того, чтобы убедиться в правде, мы проанализировали посещаемость сайта и вот что было замечено. Во-первых, непосредственно сервер компании зарегистрирован в Великобритании на Beyond Bush Secured и владелец, как видно здесь, Beyond Bush Ltd. То есть компания не скрывает своих фактических владельцев. Это, естественно, существенно повышает доверие клиентов компании. Ну и нашу уверенность в перспективности этого проекта. Далее, как видно, с графика PageRank и PageTrust он, безусловно, растет вверх. Кроме того, виден график стоимости, который тоже большими темпами идет вверх. Теперь по посещаемости. Как видно с этой диаграммы, первое место 47% это Россия. Как и было замечено раньше, зашла Россия и перетянула на себя весь рынок. Но первоначально первое место было за Францией и Бельгией. Теперь, как видите, они занимают последние места. Также активно включилась Украина и Казахстан. Все остальные графики также демонстрируют высочайший рост, и это придает уверенность в выгодности вложений в данный проект. Далее, если проанализировать HRF данного сайта, тоже видны хороший рост графиков. И здесь еще не успели проиндексировать, как видно. Видна Польша и Франция. В настоящий момент данным сайтом не проиндексированы другие страны. Но графики роста также демонстрируют хорошие показатели. Что же касательно ScamAdvisor, то тут тоже, видите, не замечено российских следов в организации, что еще раз подтверждает, что проект действительно западный. Тут также видно о западной регистрации проекта. И домен работает 42 дня. Для того, чтобы зарегистрироваться в данном проекте, нужно перейти под ссылкой, которая расположена внизу под этим видео, и заполнить несколько полей. Все традиционно, ничего сложного нет. Вот кликаете на кнопочку Sign Up, тут в верхнем поле будет ваш спонсор, то есть та ссылка, по которой непосредственно вы зашли. И дальше вам нужно заполнить поля, свой логин, email, пароль и еще раз пароль, и выбрать ту страну, резидентом которой вы являетесь, а также обязательно поставить галочку о согласии с условиями проекта.
После этого вы попадете на административную страничку в свой кабинет. В кабинете вы будете видеть daily profit, то есть какой процент компания начисляет за тот или иной день. Как видим, сегодня воскресенье, профит нулевой. Далее будет изложена подробная статистика о привлеченных вами рефералах, а также о ваших депозитах. В меню вы сможете увидеть построение своей команды по принципу бинарной системы. Будете видеть левое и правое плечо и сколько привлечено вами рефералов. Далее есть вкладочка «Мои рефералы», тут они все будут перечислены. Кроме того, есть вкладочка «Promotion Tools», где вы можете получить рекламные материалы, баннеры, а именно коды баннеров, которые можете разместить на своих сайтах, блогах и форумах. Выбираете нужный вам размер и копируете код, вставляете у себя на сайт. Далее вкладочка «E-Wallet», через которую вам нужно перечислить $20 для того, чтобы стать активным участником программы. Пока вы не перечислите $20 и не приобретете стартовый пакет за $20, вы не сможете быть активным участником программы. И вот здесь на главной страничке не будет вашей активной ссылки, по которой вы сможете приглашать своих рефералов и зарабатывать через это комиссию от их непосредственно перечисленных депозитных программ. Как я сказал, заходите во вкладку e-wallet, выбираете то средство платежа, через которое хотите осуществить перевод депозита, кликаете на него, указываете ту сумму, которую хотите перевести, и нажимаете pay now, после чего вы будете переброшены на процессинговую страничку той или иной платежной системы. Далее переходите во вкладку пак и выбираете тот пакет, сумму на которого вы перечислили. То есть если это $20, нажимаете на $20 buy now, если это 50, на $50 и так дальше. Тут в расшифровках видно, что самый низкий по порогу вхождения пакета не дает никакого коэффициента, то есть он будет закрыт по достижению 150%, в зависимости от того, как показано было ранее, сколько компания будет начислять в день, от 0 до 3,5%. Как только пакет соберет своих 150%, то есть $30, он будет сразу закрыт. После этого через кабинет можно будет купить новый пакет или вывести деньги из программы, либо же частично вывести деньги из программы, частично купить новый пакет. Точно так же по другим пакетам, только здесь еще добавляется коэффициент, то есть ежедневный гарантированный небольшой депозитный процент. Далее вкладочка «Карьера». Тут вы можете посмотреть о том, что нужно сделать для получения того или иного вознаграждения по карьере. Далее вкладочка «Summary». Тут вы можете проанализировать все свои заработки, доходы от реферальной системы, доходы от MLM бинарной системы, доходы, перечисленные с кошельков, доходы, перечисленные на кошельки, а также историю по приобретенным пакетам. Далее вкладочка Settings, можете поменять настройки. Далее вкладочка Support, можете отправить запрос на службу поддержки. Далее вкладочка «Часто задаваемые вопросы», можете почитать ответы на часто задаваемые вопросы. По сути, тут изложено более подробно то, о чем было сказано выше. И последняя вкладочка «Logout». В настоящий момент это все, что хотела сказать о новой, очень привлекательной системе Beyond Push. По нашему мнению, система имеет хорошую перспективу, что и показывает уже сейчас сумасшедшая динамика и рост продажи пакетов через программу. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Буду признателен, если вы поставите лайк под этим видео.